Всем привет, друзья! Вы на канале Пчелы Начинающим. С вами я, Анатолий Борисович. Сегодня у нас 3 августа. Мы начали качать мед. Мед в основном подсолнечный. Вот. Ну и сейчас я вам покажу пару уликов. Какие рамки, какой мед. Ну вот. Это, кстати, улей. Я его показывал в одном из роликов. Подготовка к главному взятку была. Я вот его расширял, ставил второй корпус. И вот сейчас вот этот улей вот вырос вот в такое красивое. Вот видите, полностью рамки заполненные. Так что вовремя тогда я его расширил. Все было сделано вовремя. И вот я считаю, очень даже неплохой результат. Вот такие вот рамочки здесь. Ну, сейчас покажу вам еще в других ульях тоже. Ну, рамки такие по 3,5 килограмма где-то. Вот видите, полностью запечатываем снизу до верху. Полностью печатка. Ой, чуть не упустил. Все нормально. Друзья, в этом году урожай у нас неплохой. Вот так вот. Ну, еще посмотрим. Других выборочно так покажу. Конечно, там, где отводки, показывать не буду, потому что они там только сами развиваются, меда еще не принесли. Ну а вот это вот такая вот. Ну все, пойдем дальше.
Итак, друзья, качаем мы, продолжаем мед качать. Что я хотел сказать по поводу подсолнечного меда. Здесь у меня практически никогда не бывает чистого подсолнечного меда. Пасека у меня стационарная, не кочевая, то есть я не подвожу свои семьи к какому-то определенному взятку, к какому-то определенному полю. Вот. Пасека стоит в одном месте, и вокруг пасеки везде очень большое разнотравье, балки, сады, там лесок тут недалеко есть. Поэтому вот это все разнотравье, эти балки, пчелы летают, одно поле подсолнечное цвело в одной стороне, зацвело в другой стороне. Они собирают, кроме подсолнуха, еще и другие травы, другой нектар с других трав. Поэтому мед получается такой полифлорный, как говорят. Основная, конечно, масса – это с подсолнечника, но, тем не менее, мед получается очень вкусный. Качать, я скажу, очень трудно. Рамки большие, запечатанные, тяжелые. Поэтому мы будем качать, наверное, не один день. Вот. Ну, а на сегодня пока все. Ну, а дальше уже продолжение я расскажу, сниму. Какие результаты. На этом все, друзья. Пока. До свидания. До новых встреч.